Пойдешь с нами в Fortnite? О, кстати, я вот этот видел момент. Только я видел в 1080p, блять, его. В 13-го, понял. Я так и не в курсе про эту песню, про я наливаю пивко, только, знаете, отдаленно где-то слышал. Дефолтные скидки, хули. В Ашане. Кстати, в Ашане один раз был, мне не понравилось, пиздец. Может быть, я в нормальном не был просто. Санёк, ну мне еще тоже очень долго. У меня тоже 70 лол. Санёк, у меня ровно 70. О, блядь, забыл показать вам. Чё-то только сейчас вспомнил, блядь, смотрите. Здорово, блядь! Да-да, е! Лилама! Тут еще снизу Fortnite написано. Эксклюзивчик. Это эксклюзив. Их всего 28 штук раздали. И за каждую отчитывались еще. О, oh, с***! 15 миль в час, нихуя себе. Это сколько в километрах? 22, наверное? Гон! Гон! Слабо, слабо, слился, блять. 18! Сейчас ребенка сожрет. Танюшка, приветики. Ого, блядь! Это БФ, да? Кстати, поймал себя на мысли, что я ни разу опенер Наруто не смотрел. Ни разу, блядь. Какой правильный? Они каждый сезон разные, что ли, блядь? Топ-20 опенингов из Наруто, ебать. Нихуя себе. Это будто опенинг из людей в черном. Максон, здорово, братик. Не нравится. Вот такие на спид-метале мне нравятся. Максончик, я и не сомневался. Нет, еще не проходил лес. Ладно, похуй. О, блядь, не то включил. Я еще не стал анимешником. What? Песня охуенная. Why are you looking at me like that? Because you're beautiful. Oh my god. I enjoy looking at beautiful people. Сосед, блядь, пришел. There's only one thing. So open my chest. Open my chest. Open my chest. Just know I'm trying my best. I'm trying my best. Дорогу, блядь, сморк. Виталик, здорово, братук, мой маленький, здорово, родной. Как дела? Че нового? Че, как размовляешь, как живется?
Рассказывай, бля. Я уку. Fuck you, bitch! Пацаны, это пиздец. Выхожу. Это мы видели? Вообще охуенно что-то. Открываю пивко, наливаю стакан, закрываю глаза, сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю. Виталик все правильно написал. Вопрос, как это будет соблюдаться. Стакан, закрываю глаза, сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю стакан, закрываю глаза, сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю стакан. Могут, Виталик, могут. Глаза, сейчас мне будет. Виталик, могут, но этим правилом не один день, и, как известно, люди уже давно забили хуй и никого не банят за это. Поэтому, братик, ждем бан, отдыхаем, возвращаемся, хуярим. Будет легко, 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 пивко, пивко, легко. Пивко, пивко, сейчас мне будет легко. Какие-то линзами предлагают рекламировать Crizal. Крутые, нет? Какие-то, блядь, крутые эти линзы. А вот у меня не Crizal. Грязи отталкивающие, нихуя себе. Водоотталкивающие, антистатичные от пыли. Какие-то дикие нахуй линзы. Защита от вредного синеглобового излучения. Вот эти, кстати, у меня есть, но все остальное этого нет. Антибликовости нет, нихуя нет. Купил хуйню какую-то. Фингер, а что у тебя в городе есть? Хуя себе, блять. Малахов в кристаллах. Ну, давайте, не вопрос, давайте послушаем. Сейчас мне будет легко. Сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю стакан, закрываю глаза. Сейчас мне будет легко. Но Арчи, пивко, пока не было предложения. Они разовую стакан, такую акцию делали, скорее всего. Глаза, сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю стакан, закрываю глаза. Сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю стакан, закрываю глаза. Сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю стакан, закрываю глаза. Сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю стакан, закрываю глаза. Сейчас мне будет легко. Это бесконечное пивко, видео? Пивко. А, нет, бать. Сейчас мне будет легко. Мэби красный и бел, а я не уверен, что можно алкогольную продукцию рекламировать. По-моему, нельзя. Ну, магазины должны алкогольную продукцию. Мне кажется, что нельзя. Но я как бы не против, я ничего не имею против алкоголя. Но рекламить то, за что могу получить бан, не думаю. Скачалось, нет еще. Еще типа предлагают сибирскую коллекцию рекламить. Я вот хз. На, купить и попробовать, потому что тогда у меня были какие-то, но они какие-то херовые были. А что за игра такая? Бутеры? Да, успеешь, братик, успеешь. Да понятно, что норм пельмени, но вот я как в тот раз какие-то покупал, они мне не понравились. Возможно, какие-то, ну, херовые купил. Постал это был? Это был не постал. Сибирскую коллекцию абсолютно везде рекламят.
Ну, а попробовать вначале. Мы видели. Блять, Сань, красные пельмени крутые, мне нравятся. А, Мюфсик, а я вот что-то тогда не помню. Я не подходил к стойке сибирских пельменей на стримфесте. Я вот поэтому я не в теме, короче. Лерка, приветики. И чё, вам типа дали пельмени-то хоть попробовать или нет? И как они были по вкусу? Просто, типа, я не хочу рекламить то, что мне не нравится. Поэтому мне нужно сходить и купить пару пачек и затестить. Real... Он охуенный, блядь. Motherfuckers, I'm getting real six-pack tattoos. Реально пресс набивает. Охуеть, он реально набивает. Шок. Motherfucker, real six pack. Are you happy? Do you like it? Yeah, I like fucking it. Fucking A, man. Fucking. Hire your ladies, Mr. Steel, your girl is back. Yes. Охуеть! А там моча была. Дамы и господа. И вот весь охуен, вся охуенность момента за одну секунду пропала. Заходите, пожалуйста, в новый магазин продукты Ермолино по адресу Английский проспект 52. Чуть подальше. В магазине продукты Ермолино. Пельмени, вареники, хиргалищи, брики, блички, сырники с изюмом, кардон, плюс сыр, ветчина, здравствуй, мясные, с грибами, тесели, фрикадельки, сушки, зефирки, мармеладки, мягкие вафли, кофе, бамбуковые палочки, печенье, курабье, рапсодия, офисные, венские, овсяные. Люди проходят и думают, что я пьяный. Сервелат, ореховая колбаса, русская, докторская, бутербродная, сосиски, сардельки, шпикачки, молоко, кефир, сметана, ряженка, сыр, принца. Всегда проигрывался слово шпикачки, блять, такое смешное. Йогурт черничный, клубничный, вишневый, персиковый, классические баночки, питьевой, не волнуйтесь, у меня все в порядке с головой. Саня, единственный вопрос, разъебал бы или не разъебал бы на бите? Или без бита, как вариант? Как тебе больше нравится? Сейчас, сек, мне тут еще... Какая-то игра. Lost Rising. Блять, все перенес. О, это изометричное, мне не нравится. Ну, выглядит красиво, да? Эй, Гиза, приветики. Не, выглядит достойно. Ну, как-то играть не хочется. Anyway, БТВ. Вы на меня косо не смотрите, вы лучше заходите, а то заработаете кривошеи. Вы сами понимаете, я-то на любом виде бизнеса заработать сумею. Буду рекламировать остеопатану, вам разве надо, ведь я не втюхиваю какую-то вату, не являясь психопатом, хотя может быть... А, да погнали, наверное, Богданчик. Сейчас давай досмотрю вот это и пойдем. Являясь, ну да ладно, может быть пока работал, голову просвозил ветер петербуржский. Бля, вот прикол. Пришел, короче, офер какой-то рекламный, блядь. Смотрите. My name is Johanna, I'm the marketing manager of LK Shop. I watched your videos on your Twitch channel and very interested in running some sponsored giveaway with you. For more details, please see my attached file. We want to start us up and aim a long-term relationship. Look forward to hearing from you. Best regards. На испанском, нахуй. На испанском, блядь. Нахуя вы мне пишете на английском и скидываете... Скидывайте атач на испанском, блять. Что я должен здесь понять? Ой, блядь, что-то типа для... Participants это такое же слово, как на английском, короче. Какая-то рулетка, блядь. Что-то хуй... Да ладно, похуй. Да, это был испанский акцент. В этом и была. Это французский язык? Я просто не особо разве... Это французский был? Сори, для меня примерно то же самое, ну...
прохладный. Вы знаете, вы не заходите и хочется ругаться матом. Ведь я... С другой стороны, ни одной строчки с Деспозита не было. Тогда да, это скорее всего не испанский. Как вам лицом, а вы ко мне заходите с замороженным полуфабрикатом. Люди проходят и думают, что я поддат, а я же рекламирую шикарный магазин. Сейчас будет. Нет! Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай. Какая у тебя там тачка, блять, квартиры, срачки там, блять, яхты, все, мне похуй там, хоть Бентли, хоть, блять, нахуй Майбах, хоть... Вот, это тот самый мультик, про который я вам говорил, где Веном был реально страшным. Роллс-Ройс, хоть Бугатти, блять, хоть 100-метровая яхта, мне на это... ПСЛ стримить? Нет, не буду, ребят. Сколько ты там кого ебешь, каких баб... Вот это отлично, это новый сериал, называется что-то типа Happy, Happy что-то там, блять... А, или пошутил, что-то шут, какая-то хуйня такая. И это, короче, снято одним кадром, очень красиво, посмотрите внимательно. Clear one. Шучу называется, да, шучу. Ricky, clear three. And... Дублем, а не кадром? Нет, как раз-таки одним кадром это снято. Camera. И в том числе дублем. В первую очередь это один кадр. Фортнайт сегодня будет? Да, после этого видео. Сейчас пойдем уже. Дрю, здорово. Да Дублин, Дублин. Не знаю, сколько символов лимит на Твиче. Понимаете, меняется освещение. Полностью дизайн сцены. Это полный пиздец. Сколько там? Человек, наверное, 10 задействован в этой всей хуйне. Братишка, я тебя разъебу по битам, если интересует. Собака, понимаете? Собака ведь тоже должна отыграть. Она переодевается, вот кто не видит, она прямо здесь вот в реал-тайме переодевается. Вот здесь вот. Чтобы успеть к следующему кадру. Жестко. Комиссаров, привет. Я скоро переезжаю с ПБ, там мы свидимся, равно договорились. Всегда при просмотре этой темы думал, сколько раз зафейлил какой-то микрочелик, все пошло по новой. А ты сейчас увидишь в конце, как они радуются. Собака выросла, понимаете? Собака выросла. Там тот маленький щеночек, он вырос, блядь. И нужно было, чтобы он лежал статично и не двигался. Он мог зафейлить все. Я девочка? Ой, блин, девочка в чате отвечает. Блин, она девочка. Особенное внимание, ребята, окажите девушке.